Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Кристина. Кристиночка, скажи мне, пожалуйста, сколько тебе лет? Шесть, наверное. Семь. Четыре годика, да? Ну, раз пришла, останешься со мной на сцене, а я для тебя песню спою. Да. Это песня для тебя. А те движения, которые я буду делать, они совсем не сложные. Ты, пожалуйста, повторяй за мной. Договорились? Да. Ну, а зрители, впрочем, как и всегда, могут и будут нам помогать, да? Стекло, я на витрине, смотрю в окно. Дождливый час, и день, и ночь, от той картины я отвожу стеклянных глаз. Все проходят мимо, а одна девчушка говорит, какая грустная игрушка. Папа, подари. Пестилось мне, что дочка с папой решили взять меня к себе. А утро было чудо, так и вышло. Вновь приходит папа с дочкою, малышкой. Папа, подари. Счастливой буду. Хорошо. Это свете нужно. И смеется за окном девчонка звонка. Есть теперь простая радость у ребенка. А-а-а.